Здравствуйте, дорогие подписчики творческой студии Олиш Арт. Я очень рада вас приветствовать у себя на канале. И особенно мне приятно, потому что пару дней назад YouTube поздравил меня с первой сотней моих подписчиков. Точнее сказать, подписчиц. И вот пока YouTube меня поздравлял, эта сотня, она уже перестала быть сотней. И я жду следующего поздравления. Благодаря вам, дорогие мои друзья, дорогие мои творческие девушки, женщины, любители войлока, любители валяния. Я благодарю вас всех, что вы приходите в мою мастерскую. Мне таким образом приятнее работать в таком интересном творческом коллективе, общаться с вами, быть в какой-то степени полезной вам, видеть ваши отклики. И, естественно, я не пройду мимо ваших просьб сделать что-нибудь, чтобы перестать бояться этих страшных шаблонов. Сегодня я решила отставить очень для меня важное дело, так как я готовила для вас сюрприз в связи вот именно с этим моим первым, не моим, а нашим первым с вами юбилеем, сотня, как-никак. И я хотела сделать маленький сюрприз, но потом пошли вот эти вот просьбы о том, чтобы показать, как делать этот шаблон, и я поняла, что мешает вам делать эти шаблоны, и везде звучит это слово «я боюсь», «мне страшно», «я не могу», «это трудно», «это сложно». И сегодня получается такой экстренный выпуск, который посвящается изгнанию ваших, дорогие мои подписчицы, страхов. Своеобразный сеанс экзорцизма. Я сразу предупреждаю, что никакой речи здесь о расчетах профессиональных закройщиков и портних, вообще никакой речи здесь не идет. Здесь я могу вам предоставить только те мои расчеты, которые помогают мне, вот такому же человеку, как и вы, у которого нет специального образования, но когда я столкнулась с валянием, мне понадобилось именно что-то такое, что какие-то такие определенные навыки, которые помогают мне в создании шаблона для валяния. Как я делаю это, я вам сейчас покажу. И думаю, что вам это поможет точно так же, как и мне, в создании ваших шаблонов без проблем. Прежде чем приступить к изготовлению шаблона, мы делаем замеры, наши собственные замеры, и наносим их уже на рисунки. Рисунки, которые мы создали, да, для того, чтобы нам изготовить изделие, мы должны представлять, что именно мы делаем. Вот мы его рисуем на картинке. Я рисую вот вид его спереди. Вот у меня в запахнутом виде, вот эта вот полочка, да, вот она. Потом вот вторая полочка и вот рукав. Это же цельноваленное, да, такое изделие. Вот сюда, если вот оно застегивается, здесь пуговица у меня, да, везде надо пуговицы эти нарисовать. Вот она пуговица. Вот этот вот бортик лацкан, если отвернуть, то он вот так вот сюда ляжет, да. Вот, вот тут вот получается, когда оно запахнется, оно будет посерединочке, вот где-то застежка, возможно, чуть-чуть сбоку. Я вот его такими нарисовала. Теперь я его нарисовала вот в таком распахнутом виде, вот здесь вот, когда отворот, да, вот я его и нарисовала, этот отворот. Здесь я могу, например, обозначить, где у меня будет какая декоративная часть. Я же его планирую, я и цвет предполагаю. Ну, вот я тут могу даже нарисовать там
в данном случае у меня тут цветочки, вот я могу распределить, я могу даже нанести какой-то рисунок, из какой конкретно ткани я буду, например, как у меня там в синеньком этом жакетике, у меня вот здесь вот определенные какие-то кусочки от разных тканей. Вот я, например, рисую. Здесь основная ткань, а здесь дополнительная. Ну и здесь рисунок, например, капелька тут вот от одной ткани и от другой. Но я могу этого и не рисовать. Это как вы хотите. Потом я здесь распределяю. У меня вот где заканчивается рукав. И таким образом у меня декор будет располагаться. Я все это уже предполагаю. Здесь будет у меня основная ткань, а здесь из кусочков, да, пэтчворк, так как я и делала в том изделии. Вот я это нарисовала. Вот его внешний вид в запахнутом виде. Вот в распахнутом виде. Что у меня здесь? То же самое, только добавляется вот этот вот лацкан. Он у меня цветной. Я его вот так вот и рисую. Когда я здесь вот рисую, допустим, я смотрю вот этот вот лацкан, я начинаю фантазировать, вот я хочу, чтобы вот этот вот лацкан, он перекликался с какими-то фрагментами где-то еще на рукавах. Вот я где-то здесь себе планирую, что у меня вот тут будут фрагменты, и вот тут вот такого же цвета. Я могу это обозначить, могу и не обозначать, это уже на выбор. Я вам рассказываю, как я делаю. Затем я рисую спинку. Вот я ее нарисовала. У меня такая идея, что она будет сзади, вот сама спинка будет такая более-менее сдержанного оттенка. Другого, отличного от того, что вот спереди там все, да? А сзади вот этот рукавчик будет таким же, как и спереди рукавчик. То есть я все это предполагаю, я вот где-то его там заштриховала, чтобы у меня в моем воображении была какая-то картина видна. Вот я все это зарисовала. Теперь на вот этой вот спинке я рисую, чтобы не рисовать какой-то дополнительный рисунок, я на этой же спинке записываю мои размеры, мерки, да, которые я сейчас вот снимаю. Какие мерки мне нужны? Мне нужен обхват моей шеи, и я записываю здесь, но только в половинном его значении. Вот, я записала здесь, у меня 18,5, да, я его написала. Потом я меряю себе вот эту вот длину изделия, вот она, от самой верхней точки до самой нижней, ну вот до талии, а потом там еще эти вот лохматушечки, которые я себе там предположила. Вот я делаю этот замер. Я записываю, ну вот я записала, 39 у меня получилось. Я это значение записываю, да, высота. Потом я замеряю вот этот вот, вот эту длину рукава от самой горловины. У меня идет цельнокроенный такой рукав, да, цельноваленный будет. От самой горловины и вот до самого, где у меня там... Где вы хотите, чтобы у вас он закончился. Я записываю это значение. Дальше мне нужно еще обхват груди. Вот здесь вот у меня, вот тут вот будет у меня грудь, да? Вот обхват груди мне нужен. Вот я его записываю, этот размер. И потом отсюда, допустим, от обхвата груди, если у меня тут идет прямо, например, то я так и оставляю значение. Если нет, я немножечко тут ужимаю, если вы хотите более-менее приталенный. И потом еще объем талии я пишу, если вам это нужно. Да? Вот такую ширину, какую вы хотите у себя иметь. И еще нужно обхват вашего... Вот размера, там не запястье получается, а чуть выше, если это 3/4, вот это тоже половинка размера. То есть получается вот это полностью длина рукава, да, она остается неизменной, а вот это все по половинке. И вот нужно еще вот это вот длина вашего изделия тоже полностью. Все, мы все это записали. Теперь
с размерами все ясно, мы выяснили наши размеры. Вот это все, что нам понадобится для того, чтобы исполнить наш, сделать наш шаблон. Теперь мы знаем, что изделие будет раскладываться, ну, то есть мы предполагаем, как мы будем раскладывать это изделие. Вот оно такое простое. Возвращаемся к вот этому вот рисунку. Я предполагаю, что сначала я буду раскладывать шерсть. Ну, например, там разные могут быть раскладки. Я могу разложить сначала одну полочку. Да, вот на шаблоне. Это когда я уже сделаю шаблон. Это я вам рассказываю, чтобы знать, что делать, какой шаблон. Значит, я предполагаю, как я буду раскладывать это изделие. Вот я могу разложить эту полочку сначала, да, шерсть разложить. Потом положить сюда блокиратор, вот на вот эту вот часть. Положить блокиратор и разложить на этой же стороне противоположную полочку, да? Блокиратор будет у нас тут перекрывать вот это вот, чтобы шерсть не смешалась, и разложить вот эту противоположную полочку. Вот, и потом мы можем развернуть это все и разложить на спинке. То есть получается, что вот этого очертаний нашей модели достаточно для того, чтобы мы изготовили полностью на этом шаблоне изделия. Вот мы и рисуем вот эти очертания. Вот мы рисуем очертания нашего изделия. Вот я его нарисовала. И теперь здесь мы уже закладываем те размеры. Вот здесь я подписываю, это шаблон у меня. Теперь будет шаблон. И теперь я здесь должна написать все размеры, которые будут соответствовать нашему шаблону. А каким размером будет соответствовать наш шаблон? Это размеры наши собственные плюс коэффициент усадки. Коэффициент усадки – это значит, насколько шерсть будет садиться. Столько нужно и добавить на этом шаблоне, чтобы разложить вот то количество, ну, такой объем нашего предполагаемого изделия, чтобы в результате, когда все это сваляется, даст усадку, чтобы получились наши размеры. Вот у меня всегда на моих изделиях из шерсти, которой я работаю, это австралийский меринос 18-19 микрон, обычно он дает у меня усадку 45%, или же некоторые мастера там говорят коэффициент 1,45, 1,5, каждый по-разному. Получается у меня, я на калькуляторе беру, и ко всем вот этим вот меркам, я вот их сюда выписываю, вот у меня длина 56, потом полуобхват шеи 28 я записала, длина рукава 64, полуобхват груди 77, 1/2 обхвата рукава 23. Я все это записала, чтобы мне вот еще там проконтролировать, чтобы я ничего не перепутала здесь. Вот эти размеры с вот этими, потому что часто бывает, что потом не поймешь, что ты сделал, если просто невнимательно отнесся к этому процессу. В общем, я беру вот эти все мои мерки, добавляю на калькуляторе плюс 45%, беру цифру, вот эту, полуобхват шеи, 18,5, добавляю, плюс 45%, у меня получается 28,5, я записываю, я округляю обычно. А потом я беру вот эту величину, у меня тут 39, я добавляю плюс 45%, получаю 64, я ее здесь записываю. Вот эту длину тоже плюс 45%, у меня получается 56. Вот эту, например, полуобхват рукава, тоже плюс 45%, я записываю, 23. Все мои величины, обхват груди, то же самое. Я все это здесь, циферки эти записала. Это мне нужно для того, чтобы я потом изготовила шаблон. Затем что я делаю? Я смотрю высоту. Вот у меня 56 высота. Потом у меня вот это вот рукав идет, да? И обхват груди. Ну, в общем, мне нужно будет посмотреть, какую
какой кусок материала, из которого изготовить мне вот этот вот шаблон, мне нужно взять. Ну, вот получается, что у меня высота 56. Вот получается, что 56 как минимум мне нужно для того, чтобы я вырезала вот этот шаблон. Затем я смотрю, мне нужно вот здесь вот, чтобы цельноваленное изделие у меня получилось, я делаю вот такой вот плавный рисунок. Да, вот поэтому у меня вот такие вот плавные рисунки, чтобы все у меня там свободненько было. И теперь я уже выяснила, да, 56 у меня здесь сантиметров. Я и беру такой кусочек, например, вот у меня получается такой кусочек. Я уже вам буду показывать на готовом моем шаблоне, а вы будете видеть весь этот процесс, я вам показываю. В общем, я смотрю, беру вот кусочек, да, я его измеряю. Вот у меня получилось тут 47 в данном случае. Ну, когда я измеряла, вот чтобы вам показать, я взяла чуть-чуть побольше длину с вот этими лохматушечками. Ну, в общем, допустим, вы берете вот этот кусочек по высоте и по ширине, чтобы соответствовало вашим всем вот этим вот длинам. Чтобы, например, сделать вот этот вот наклон, так чтобы не сковывалось движение, вы можете вот взять, вот длина рукава, вот смотрите, вот вытянули руку на уровне талии, скорее всего, вытянули руку и вот таким образом прочертили линию, да, чтобы вот она была, как будто вы руку на уровне талии держите, да, и вот такую наклонную линию провели. Взяли какое-нибудь полотно, которое будет соответствовать вашей вот этой вот, всем вот этим длинам, всем вот этим вот меркам, которые вы там намерили, да, складываете вдвое эту пленочку, складываете вдвое, вот, и отмеряете по центру высоту вашего изделия, вот эту вот длину рукава, вот эту ширину рукава, вот это все вырисовываете, да, все вот эти вот ваши расчеты. И то, что соответствует рисунку вашему, вы просто рисуете это в больших масштабах. Вот и все. А потом вы проверяете, соответствует ли это вашим меркам, которые вы там себе запланировали. Дальше я беру и вот на этом прямо шаблоне наношу метки, которые мне помогут при валянии. Какие это метки? Вот где у меня заканчивается, видите, высота рукава, высота, где вот рукав с горловинкой, да, у меня перекрещивается. Я провожу эту линию вниз, вертикальную линию вниз. Ну, стараюсь, чтобы это было прямо. Вот для этого я могу перпендикуляр вот такой вот выстроить, вот у меня там уголочек, да, вы можете тоже этим воспользоваться, если у вас есть такая возможность. Вот я ставлю вот этот вот, делаю этот угол, чтобы он у меня был прямой. Если вам это не нужно, вы можете это и так провести. И делаю то же самое с обратной стороны. Это получается у меня вот здесь вот эта полочка, да, я закладываю сюда, чтобы эта полочка у меня закрывалась, она же даст усадку, да, все даст усадку и по ширине, и по длине. То есть мне нужно заложить вот эту вот полочку, чтобы когда она даст усадку, чтобы она, ну вот смотрите, вот она заканчивается, да, когда будет разложена. А когда она даст усадку, она будет меньше. И вот тогда у вас останется только зазор, чтобы сделать застежечку, чтобы эти все две половинки между собой сошлись. Понятно, да? Зачем вот именно я черчу вот эти линии? Чтобы при раскладке у вас был ориентир, где у вас будет граница
ваши раскладки. Потом вы находите центр груди, вот он где-то здесь, да, вы рисуете этот центр груди. Для чего? Если вы смотрели видео, то я уже говорила об этом, чтобы вот здесь вот сделать особую раскладку. Я ее, этот центр груди, рисую себе. Для чего? Чтобы, когда я буду раскладывать, чтобы мне четко было видно, где мне нужно делать вот эту вот радиальную раскладку, которая мне потом поможет сформировать грудь, чтобы она не была плоской, чтобы выпуклость здесь образовалась, когда вы будете это изделие уже на себе формировать, на манекене, на себе, кто как будет это делать. Вот я рисую вот эти вот снежинки, да, такие, радиальная раскладка. Здесь у меня будет, значит, ну, то есть я должна знать, что вот, конечно же, не по спинке. По спинке нам это не нужно, а вот только центр груди. Хочу сразу же объяснить, поскольку был такой вопрос, почему здесь нужна радиальная раскладка. Вот была одна подписчица, не помню, как зовут, ну, неважно, была одна подписчица, которая говорит: Ольга, вы положили вот здесь радиальную раскладку, вы что, хотите, чтобы у вас грудь была плоской? Нет, как раз наоборот. Хочу, чтобы вот эти вот волоски, которые садятся, усаживаются по длине, чтобы они здесь вот были только вот в таком вот направлении, да, вот в таком направлении, чтобы не было усадки вот, вот в таком направлении, чтобы не было здесь, вот понимаете, не стягивало ничего вот здесь вот, а поскольку вся раскладка у нас будет вот такая вот, диагональная раскладка, вот диагональная. Возможно, кто-то еще называет ее ортогонально, и, возможно, вот это вот и спутало мою подписчицу или зрительницу канала, которая, ну, сочла, что здесь ошибка. Я вас уверяю, никакой ошибки здесь нет, я делаю все изделия именно так, именно это мне позволяет растягивать вот в этом месте грудь так, как мне нужно. Если я сделаю перпендикулярную раскладку, вот такую вот перпендикулярную раскладку, то это все будет вот жестко и ничего не будет растягиваться, это будет плоско. А если я сделаю вот такую диагональную раскладку, вот диагональную раскладку, то волосочки у меня будут пересекаться вот так вот и вот так вот везде, да? Но вот если они и здесь будут пересекаться, да, здесь тоже будет растягиваться, все-таки при этой раскладке можно растянуть, но я делаю, еще упрощаю задачу вот здесь вот для того, чтобы сформировать вот здесь зону груди, тем, что вот здесь я оставляю только вот так вот волосочки, и тогда они между собой, они друг на друга накладываются, все-таки есть там минимальное пересечение, которое дает возможность этим волосочкам между собой сцепиться. Они держатся за счет вот какого-то маленького, небольшого пересечения, вот так вот вдоль они пересекаются. И вот здесь обязательно, вот в центре они должны, ну вот здесь вот мы раскладываем, когда шерсть, вот здесь вот, вот этими тоненькими частью наших волосочков, мы вот здесь вот пересекаем эти волосочки. И тогда вот здесь вот есть сцепка. А вот по радиусу нет этой большой такой сцепки, и они тогда растягиваются, ну, то есть форма растягивается. А здесь получается сцепка, и когда тут растягивается, а здесь просто оно вот, вот так вот держит форму. Вот таким образом мы даем возможность здесь сформировать грудь. А здесь уже идут пересечения. Эта раскладка, она не до конца. Она вот тут вот в центре, а вот тут вот внизу уже идет обычная, ну, обычная, обозначенная уже мною
диагональная раскладка. Везде диагональная раскладка, и тогда вот изделие будет эластичным, а вот здесь вот мы можем сформировать вот эту вот зону груди красиво. Итак, понятно, да, что вот этот лацкан вот сюда заходит, и когда он сядет, он приблизится к центру, но не будет в край прямо. А вот этот лацкан, вот эта вот полочка, вот сюда заходит. Получается у нас раскладка. Вот эту часть мы разложили, потом блокиратор положили на него и сверху разложили вторую полочку. Потом, что мы делаем? Мы переворачиваем. Ну, вы уже знаете это, да? Мы переворачиваем. Я не буду это переворачивать, потому что у меня мокрая еще это фломастер, и он просто испачкается. Вот мы переворачиваем и раскладываем спиночку. И все. И больше ничего не нужно. Вот этот весь ужас уже закончился. Вот, посмотрите теперь на этот ужас. Это гораздо проще, чем шаблон для швейного изделия. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Надеюсь, что теперь все уже понятно. И если, конечно, возникнут еще какие-то вопросы, вы пишите, я вам отвечу. И хочу вам пожелать только не бояться, доверять себе, доверять своему творческому, скажем так, началу. Можете так себе сказать, как я однажды себе сказала. Я руководствуюсь этим моим, скажем так, кредо уже достаточно давно, и мне это помогало множество раз в разных ситуациях. Если когда-нибудь кто-нибудь уже это делал, то я точно смогу. Потому что я доверяю себе, я доверяю своему творческому началу, я доверяю априори себе как творцу. Я знаю, что все начинается с творца, творчества, а потом все остальное. Я так понимаю, что проблема возникла вот с того момента, когда в мире перевернулись вот эти вот все понятия с ног на голову. Когда творческие люди почему-то стали зависеть от купцов. Вот есть некоторые касты, есть каста творцов, есть каста купцов. И вот с какого-то определенного момента купцы, заработав деньги на творцах, возомнили, что они богатые, и они решают все в этой жизни. Да, у них появились эти деньги, которые они заработали на потенциале вот таких вот творческих людей, у которых и есть вот этот вот капитал априори. Мы богатые люди, мы богатые, потому что все богатство именно вот в творческой энергии. Она потому и творческая, что из нее можно творить все, а потом продавать. И вот кто преуспел в продажах, конечно же, это купцы, потому что у них единственная возможность заработать капитал – это взять у кого-то и продать кому-то подороже. И потом, заработав на этом достаточно денег, они решили, что теперь они могут покупать абсолютно творцов и, мало того, держать их при себе, пользоваться их творческим потенциалом и, кроме того, еще и говорить, что они главные в этом процессе. То есть кто-то просто потерял ориентиры. Но мы здесь ни при чем. Мы знаем, что сначала идет творчество, а потом, когда уже благодаря этому творчеству создается что-то, его тогда можно уже продать. Так что, дорогие творцы, я вам напоминаю, что сначала идет творец, а потом купец. И не бойтесь вспомнить, кто вы. Как раз вот я считаю, что это ваша задача, наша задача. Вспомнить, что является началом. Когда
Вы это поймете, вы будете это применять в любой сфере вашей жизни, не только в валянии. Вы начнете понимать, вы будете понимать, вы будете доверять себе, потому что если вы творец, то значит вы можете все. Кто же еще? Вот так я хотела вам сегодня рассказать о шаблоне, чтобы вы потеряли навсегда этот страх перед шаблоном. Я вам говорю о том, что вы творец своей реальности, и уж какого-нибудь плечевого изделия, так это точно. Я вам очень желаю, чтобы у вас получился этот шаблон, которого вы так боялись, и потом, чтобы вы почувствовали, что в этом ничего сложного нет, и когда вы будете уже делать следующий шаблон, у вас будет уже этот опыт, и вам никто потом, вас никто потом не запугает, не скажет, вы же не закройщик, вы же там не швея. Кто вам такое сказал? Валяльщик? Вряд ли. Тот, кто валяет изделие, он не будет говорить, разве что он не хочет нажить себе конкурента, он может вам такое сказать. Но если он хочет вам помочь, он вам скажет, что закройщику и валяльщику нужны абсолютно разная степень познания вот в этом закройном деле. Вот, я желаю вам успеха и уверена, что вы мне расскажете о своих новых жакетиках, как вы их сделали, какие они красивые, с каким удовольствием вы их носите и как вы теперь смотрите совершенно по-другому на жизнь. Мне будет это очень приятно услышать. Или где-нибудь еще и увидеть, если вы дадите ссылочку на какие-нибудь фото, где я смогу увидеть ваши изделия, сваленные по моим рекомендациям, и тем более после моего сеанса изгнания вот этого страха, страха перед шаблоном из вашей вообще творческой жизни. Всего вам доброго! А я вас жду на канале Олиш Арт.